Дарья Матвеева, 22 года, родилась в Саратове, работает на радио, а свободное время поет. Жизненное кредо – все проблемы от наличия свободного времени. Вот мы уже и добрались до экватора проекта, но впереди самое сложное – победить главного конкурента себя саму, потому что, расслабившись после первых успехов, можно сильно огорчиться финальным результатом. Но пока что настрой по-прежнему боевой. Третий этап стал для меня приятным сюрпризом и дал возможность ощутить себя еще и в роли интервьюера. Мои гости, а именно трио Марсы, буквально покорили меня своей открытостью. Главной проблемой стал монтаж. Оказалось невероятно сложной задачей уместить 30 минут беседы в 5-минутную телеверсию. Надеюсь, что вам снова понравится моя работа. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Мы такие суеверные, да, через левое плечо на Ваньку плюем. Там под ногами кожа чёрная. Ребят, да хватит уже. Что такое? Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.